хватило нам выступлений. Альберто Ундиано Маленко в этом туре, который судил матч между Гранадой и Валенсией, удалил он на 34-й минуте Микеля Рико, но об этом попозже. Второй мяч Райо забивает и делает это Питти, натягивая трусы до ушей. Вот так празднует забитый мяч один из самых опытных футболистов Райо Вальекано. Франциско Медина Питти, 2-0. Все заслужено, все по делу. Ну и научил молодого партнера носить правильно шорт. Еще одна размашистая атака Райо. Передача на противоположный фланг. И в касание Питти со своей зубодробительной левой ноги пуляет мяч в дальний угол. 2-0 Райо. Ну что, не оформляет победу пока, но приближает себя к трем очкам настолько близко, насколько это возможно за 29 минут.